дорогие друзья и братья, а также туристы. Вот. Сегодня у нас очередной ужин, совмещенный с дегустацией. Будем сегодня кое-что пробовать, как всегда у нас. Мы находимся, кстати, в Малайзии, в городе Чинанг, остров Лангкави. Вот. Чисто малайзийская еда. Соленые огурцы. Вот. KFC, потому что местная лапша, морепродукты меня уже тут за 3 недели задолбали. Во. Жареная курица. Сейчас соус тут. Соусец налью. Юрий Иванович тут тоже ест. Да. У нашей уважаемой Анны тут. Что у нас тут? Кальмары, всякие морепродукты. А, морепродукты, короче. И рис у тебя тоже, да? Ну, рис, конечно, да. И запиваем мы все сидр яблочный и тайгер. И так как сегодня Пасха в Малайзии. Я же взяла хервелина. Вот. Как она? А, это олень, оленина, олень. Угу. Это у них тут национальное животное, олени маленькие. Вот, так как сегодня у Малайзии Пасха, мы сегодня будем есть яйца. В Малайзии главное успеть вытащить огурец. Это пословица такая. Кстати, тут еще пюрешка KFC есть, уже вкусно, картофельное пюре. Вот. Ради чего мы собрались? Это ради Пасхи. Крашеные яйца. Я хочу сейчас сделать пробу, потому что это не простые яйца, не куриные. Смотрите. От маленького страуса. Это дрон. Я думал, что... Жужжит. Пчел. Да наши. Ну покажи, да ладно. Снимает. Смотрите, эти яйца. Китайские. Он сейчас будет есть. В Таиланде. И вот она неожиданность. На Пасху пасхальные яйца. Они в Африке пасхальные яйца. Да. Так как в Малайзии Пасха. Это специально в Таиланде. О. Чем оно пахнет? Не знаю. Саниной. Ну ты знаешь, она даже приятнее, на. Да. Чё, ешь, ешь. Так, чё, я всем купил по яйцу. Чё, ты? Попробуй. Чё ты попробуй. Боишься? Она без зародыша, не бойся там никого. Она просто там выдержана в специальных условиях. Вы с тобой договорились? Ты так посередине, чтобы Юрию Ивановичу тоже было видно. Давай, Юрка. Сестру, селедку ел и яйцо съешь. Ну слушай, ты в мусор куда-нибудь. Вот. У меня тарелка. У меня пакет рядом. Ну все. Вот. Бум. Надо было яйцами это. Биться. Своими. Это... Ты половину почисти, так ты не сладкое это чудо. Не, если не нюхать, есть можно. Они такие, как вареные. Так подними. Я пока Юрий Иванович там это чистит, я ее разрежу. Фу. Ну, вот такое да. Интересное. Делай, вот. Как желе. Чего себе. Видно, да? Где ты их там нашел? Я в магазине. А? В магазине. Короче, ладно, не буду там всех расстраивать. Эти яйца называются 100-летние яйца китайские. Они их добавляют в салаты, в какие-то вторые блюда. И так едят. Они съедобные, не переживайте. Я их в магазине купил. Не где-то там. Сам не делал. Они были в магазине. А почему они покрашены? Вот угадайте почему. А потому, чтобы их не перепутали с обычными яйцами. Их красят. То есть, если крашеные... Значит, вкусно. Все, что вкусно, все красиво. Ну, это красиво, смотри. Не, ну у него, я думал, они хуже пахнут. Я не знаю, как они на вкус. Чего? Ну, давай, пробуй. Подожди, вместе. У меня пиво, огурец, курица, все готово, пюрешка. А как это? Ну что?
Анна муж. Анна муж. Ложку забыл, весло, буду это, картофельное пюре. Ну что, праздником? Ну, давай. Иисус воскрес. О, если не верите, вот оно. Ну, на вкус. Нормально. Не очень. Как яйцо. Как вареное яйцо. Дай мне. Поверь. Только чуть-чуть суховато. Запаха вообще никакого нет. Ну, может, там легкий. Это еще очередное блюдо, которое многие считают неприятным. Ничего. Или у нас вкус извращенный, ничего страшного нет. Ну, если мы селедку кушаем, мы можем только взять селедки. И не один раз, и еще хотим. Да, да. Люди едят. Так, Татьяна Владимировна хочет тоже попасть в книгу рекордов Гиннесса. Но не целый ты это даешь. Вот, чтобы все видели. Интересно, соленое желе такое. Яичный этот. Своеобразный вкус такой. Да. Ну, ничего страшного нету. Ну, так интересный. Что, будете где-нибудь там на юге, покупайте, смело ешьте. Можете тоже видео снимать и показывать. Вот, и удивлять публику. Так что все нормально. На самом деле, нет, кстати, это желе, пиво еще не солененьковатое. Давай. Вот. Да. Ну, все, на этом дегустацию заканчиваю. Она коротенькая, минут на 5 получилось. Но все равно, чтобы было. Кому интересно, смотрите. Угу. Вот, а мы будем дальше продолжать. Еще яйца свои доедим. Вот. Ну все, приятного вам всем аппетита. Чтобы все ели такие яйца на Пасху. Вот. Ну и не только такие. Приятного времяпровождения. Приятных праздников наступающих. Хороших, удачных. Здоровья вам всем. Здоровья всем вашим близким. До встречи. Ну, это прикольно. Я такого.